Господа, салам алейкум, в городроме. Сейчас буду кататься по грани, покажу вам трюк, который вы, может быть, ни разу меня не видели, либо который делал редко. Вот, катаюсь сейчас по ней, тогда покажем прибыль. Господа, сейчас будем делать блант по грани. Господа и дамы, короче, сейчас будут... Что там за танец от Алексея? Владимирчик, короче, сейчас буду учиться бэксайд ноуслайд, фронтсайд ноуслайд. Не делал, не умею. Посмотрим, хотя бы приблизиться к попытке хорошей. То Максим Сбин в соседей дуре уже делал, там мне уже пора тоже научиться. Red frontside, no slide, пускай Максим Сбитин делает. Он любит уродские трюки. А мы, Серега, что будешь так делать? Нолли бэксайд лип слайд. Я тоже это хуй делать. Дайте с головы ебну. Сейчас, Серега, сыграем ноли на тейл слайд. Серега делал, я не делал. Серега, сейчас покажешь прибыль, пинок мне даст, а может я ему. Ты молодой пацан, у тебя белый пикник тейбл. Нет, там кругом было. Пацаны, идите, идите, все нормально, не переживайте. Все отлично. Как там было? Представь себе, ты молодой пацан. У тебя не было машин до этого, максимум приора. У меня тогда была приора. И ты покупаешь себе
пикник тейбл белого цвета, ребят. А купаешь себе банан черного цвета. Кто-то у тебя спрашивает, что за у тебя машина? Ты говоришь, у меня Мерседес банан. Понял он меня? Понял? Такой пикник тейбл. Говорят, без парафина скользит. У нас в аэродроме, или у них в аэродроме, но флэт зон, пикник тейбл мы потом поставим. Перилка, пойдем посмотрим быстренько. Радиус, короче, но меня не интересует. Меня это вообще не волнует. Перилка, ну не по колено, но она такая. Прикольненько, короче. И длинная. Можно одно слайд по всей когда-нибудь дать, когда мне скорость будет прям 60 км в час. Но сейчас что-нибудь. Пару минут тут проедусь, а потом на пикник тейбл покатаемся. Лучше всех в мире, мне кажется, никто так не умеет. Замок. Неужели я замок знаю, что такое иногда? А раньше вообще дебилом был. Ну, хотя замок я только по флэту делал, а там вообще... Чё, как? Ну, каш есть. Замок. А раньше вообще дебилом был. Варюга. Locking down on a whole scene, and that's what's up. Cause if you know you're up close, all the distance.
whole nother level. It's the difference. The same rules apply, use applying or remember time to explore. Опа, салам алексус, Джаспер, ты чего они там, видосы смотрят? Да ну нафиг, молодцы, пацаны. Я вас поздравляю, что вы досмотрели этот видос. Спасибо, что ты, братух, был со мной. Ушастик вообще тут кайфует. И Playboy тоже кайфует. Брат, спасибо, что ты посмотрел этот видос. В натуре, ты всегда был моим братом. Вот, ты, самое главное, не разочаровывайся и своих родителей не разочаровывай, потому что мы не зачарованы. Все, братух, я тебе скажу пока или до встречи. Джаспер, дай ему куда-нибудь с левой. Давай сам тебе дам.